этот день значим вообще для всех в нашей стране. В каждой семье уходили люди на войну. Вот эти мальчишки, которые сегодня так вот нам показывали, ребята, как они танцевали, вальс, школьный вальс. И вот прямо с выпускного вечера практически уходили на войну. Мы только сегодня вручали медали нашим отличникам. И так это все очень символично, потому что ну, невозможно это забыть, невозможно забыть столько бед, столько потерь, которые наш народ вот в этой войне, к сожалению, потерял. Поэтому ну, не прийти невозможно, и эти свечи памяти, они, конечно, вот как наши сердца горят и помнят о тех, кто ну, подарил нам победу. 22 июня открылась, наверное, самая трагическая история в странице всего нашего народа. И миллионы жизней потребовалось, чтобы эта война завершилась. Поэтому я считаю, что долг каждого – это отдать дань памяти тех людей, благодаря которым мы сегодня живем. Потому что речь шла не о свободе, не о каких-то благах, а о самом нашем существовании. Мы этим людям обязаны всем. Считаю, дело каждого россиянина – помнить наши великие победы нашего народа. И наши скорби тоже чтить. Это, в общем-то, считаю, дело каждого гражданина нашей Российской Федерации. Такая акция, она важна для любого возраста, и для малышей, и для взрослых. Важно именно, чтобы память всегда была в нашем сердце. Как говорится в одной из великих песен, нет в России страны такой, где бы не памятен был свой герой. Каждого россиянина на сегодняшний день, да и не только россиянина, но и ближнее зарубежье коснулось эта беда 22 июня 1941 года. Не было страны, не было семьи, кого она не коснулась. Это наш долг сказать им спасибо за то, что мы живем под мирным небом, за то, что мы не слышим грохота войны.